И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved. И сегодня мы пойдем, наверное, в магмовый биом. Для чего? Все-таки разведать территорию тоже нужно. Узнать, что там, да как там и так далее. Пойдем, я думаю, на чубрике. Почему на нем? Потому что он прыгает, лазит. И вообще еще та сильная жопа. Это что у тебя там вообще ходится? Это шапка-то. А, у тебя эта шапка. Ну да, тоже нормас. Других вариантов сильно не было, поэтому на нем. Тебе, конечно же, ХП. Чтобы было. И вообще тебя вот надо вот сюда спрятать. Ты вообще тут сиди. Во. Все. Решено. Здесь у меня что переплавилось? Да, переплавилось, можно выключить. Отлично. Погнали в это. Только что, погнали? А, не, стоп. Элементы у меня с собой. Я как тогда вышел, я так и не заходил, короче, сюда. Как я уже говорил не раз, времени. Увы. Увы. Но ах. Так. Ну, вот так вот даже. И вот так вот и надо бензин сейчас не забыть. Как я тогда про него забыл? Больше по полимеру залутал. Ну да, фиг с ним. Это выкинуть все нафиг. И ненужность. Так, патронов тоже есть. На всякий случай с этим проблем нету. Ну все. Отлично. А, вот ты где. Ты за мной бегаешь, потому что у меня элемент в руках. Точно. Де-де-де-де-де. Так. О, элементарную пыль он откопал мне. Прикольно. Да. О, привет. Кстати, что мне нужно? 35, 55, 65, да, получается, нужно? Ну, окей, когда все налутаю, я вот их и получу. Проверим, что, да, когда, где. Летим в вулканический. Давай также на эску. Ух, красненький. Юзаем, конечно же, сразу же, чтобы не рисковать. Я элемент, а вот элемент попал сюда. Отлично. В этих кровавых лучах, скажем так, выглядит еще так. Урон, да, по идее, он сейчас меньше, потому что у меня этот, он не такой зависимый, то есть при зависимости 100% он усиленный. По идее, должен быть более усиленным. Ну, вот и проверим, потому что я все равно я там сейчас буду тусоваться долго, ну, то есть бегать и так далее, то есть и я не раз заюзаю элемент, чтобы продолжить его эту форму. А это значит то, что... Отлично, мать твою. И где мой Ферокс? Хуёво. Ну, одно повезло. Он почему-то остался здесь. То есть, видать, из-за того, что я его морфанул после, он здесь и остался. Ой, какая же тупость. Ужасно. Надо, короче, сделать ему точно такую же фигню, как на других диносах, кроме лягушки теперь. То есть, нужно пожарить мясца и что призывать его вот этим. Лучше, короче, телепортироваться самому и призывать вот этим. Хотя здесь и без этого хватает, так что ты хоп и сейчас, короче, вместе со своим лутом всем. Тоже как бы сильно лучше здесь не таскать все и сразу. Кстати, мне бензопила, я думаю, нафиг не нужна. О, еще патронов дофига. А че я про вас забыл? Ну ладно, окей. Пускай будут. Отлично. Сейчас я тпхнулся нормально. Е-мое, добрый вечер. Так, Ферокс. Что я сейчас хочу заодно проверить?
Когда у него форма пройдет, сбросится ли у него вот этот трекер или же нет? Тоже как бы заодно проверим. Как что тут шумно, черт побери. Просто до ужаса. Разрабы, конечно, в чем-то красавы, но, блин, звук здесь они чутка подзапороли. Ну, в зиме постоянно шум, здесь постоянно гул, ну, то есть, как бы, такое себе. И что ты до этого не прыгал? Так, погоди. Не, прыгает. А что он на разгоне не прыгал? Ага. Ухи! Просто по сути на Фероксе я, кстати, еще по-нормальному так и не грацевал еще ни разу. Ай-яй-яй-яй-яй! Че это пролагивает? Ё-моё, скорпиоши! Это же ж хитин, мать его! А че ты такой жирный? Нифига себе. Но тут очень много, я смотрю, хитина бегает. Здесь и жучки. Ну, отойди, деревце, пожалуйста. Да что ж такое ты во всем ты подряд-то застреваешь? Отлично. Ну, как урон, все-таки Ферокс не кисло вносит. Так, давай откроем глюк. Глюк. А, вот, здесь. Отлично, наконец-то. Как оптимистично. Почему я сейчас не прижимаю? Там у меня осталось полминутки. Я сейчас хочу проверить трекер. Полминутки. Давай урон вкачаем. Кстати, давай запомним урон, наверное, я успею. Не успею. Вот, галимимку. Успеем задамажить? 1645. У него зависимость должна увеличиться после того, как я применю элемент, поэтому... Ну, отлично, как это не вовремя? Я говорю, ты не вовремя! Спасибо. Так. Теперь. Прожимаем элемент раз. И прожимаем элемент два. Оп-оп-оп-оп. Ну и да, как я и думал, то есть трекер у нас исчезает сразу же. После трансформации. Как говорится, если фуш исчезает этот привязанность, то что уж говорить о трекере. Так, 1600, да, там было вроде бы как. А я еще одну галимимку-то увижу здесь. Блин. Ну, здесь урон увеличился, но мне бы по гальмемке проверить. Ладно, фиг с ним, потом разберемся. Давай дальше исследовать эту территорию. Красиво было. Вася! Ты смотри, там Вася соткой. Там сотый Вася. Ну да, урон увеличился. Там был 600, сейчас стало 700, там 650 примерно, стало 719. Да, собственно, увеличился урон и нормально так увеличился. То есть, зависимость очень хорошо так увеличивает урон. А, подожди, я ж урон прокачал. Вот лошара. Галимимку я ж убивал после того, как я прокачал урон, да? Я надеюсь. Ай, плевать, короче. Погнали дальше исследовать этот прекрасный, мать его, за ногу мир.
Ты смотри. Ты сюда. Лози давай. Отлично. Всего-то надо было постучаться. Отлично. О, галимимка. Иди сюда. Ну да, все-таки правильно. Как я и сказал, урон увеличился. Это хорошо? Это очень хорошо. Отойди, блин. О, магмозавр! Мать твою! Не, ну 15 левел. Давай. Серая кожа. Ну, с него получается только доп серу. Да. Блин. Подожди. Это только в лавовом, да, биоме они такие кайфовые? Офигеть. Офигеть. Если бы я бы играл бы на сервере, где был бы трансфер Дина и все в таком духе, я бы обязательно трицератопса притомил только отсюда. Ну ты посмотри, какой он кайфовый. Ужас. Просто ужас какой кайфовый. Ладненько. Что у нас здесь? О, я хочу туда. Я хочу туда. Давай, 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 давай. В лунном биоме. Вася, вы чё? Борзели? Или отупели? Ну, блин, за глюком, конечно, сгонять хорошо, но фиг с ним, не хочу пока туда. Я хочу туда! Давай быстрее! Блин, какой кайф! Какая красота! И, кстати, здесь день-ночь вообще никак, да? О, шипастики, мать вашу, вы что, дурные, что ли? Кстати, погоди-ка. Гамма. Угу. Да, там у меня это... Всякие гивы и так далее. Это что у меня? Это Extinction еще. Когда я просто уже пошел все в жопу, надо сезон заканчивать. И либо я, короче, еще это... А, это галимимка утонула. Либо я, короче, еще сижу, короче, это... Неделю фармлю, короче. Либо это... Ну, с моим ограниченным временем. Либо я заканчиваю сезон и выпускаю для вас серию вовремя. Я выбрал... серию вовремя выпускать. Ты что там? А ты что, вверх не можешь прыгать, что ли? Да, вроде бы мог. Не, ну я хотел на это забраться, а он стоит как-то непонятно где. А там, возможно, даже миссия есть. Блин, я даже не представляю, как здесь миссии выполнять. Это же какая жопа. Но что я здесь вижу? Да ладно, здесь тоже обвалы есть. Серьезно, что ли? Во-первых, в этом биоме очень хорошо и легко найти жилу. Богатую жилу металла. Но их здесь очень мало. В биоме, в этом болотном биоме, все намного лучше в этом плане. Знаете, все просто на лету. Тихо. Не надо так. О, Вася! Вася, вылази! Вася, говорю, вылази! Алло, Вася! Вася, говорю, вылази! Проснись, ты обосрался! Блин, в смысле? А ну, с тем проканало! Не вылез? Ну, фиг с тобой. Блин, прикольно! Ухи!
Да! Класс. Застрял только, но класс. Что ж такое, кустики обойти не можешь. О, обсидиан. Обсидиан — это вообще норм тема. 15-й, 20-й. Ну, конечно, левела здесь мелкие, но что поделать. В смысле обвал, блин, в лавине? Ты что, серьезно? Бля. Какой нафиг обвал, где лавина идет? О, лава. Айо! Чуть не занырнул. Так. Я чё, зря это с собой брал? Ну-ка. Говно какое-то залутал. Все что ли? Ну ё-моё. Лаву нырнул. Благо здесь слава говна. Ну то есть здесь слава прям реально это... Ай! Обожгёшься! Не подходи! Вот примерно такая здесь слава. Прям очень кайфовая. То есть это не как там на других картах, где лава убьет. Кстати, начинать получается с генезиса, ну такое себе, где вода тебя не губит в некоторых местах, а лава тебя не убивает в некоторых местах. Ну то есть как бы, да, начинать с этой карты точно никому не советую играть, в смысле, в эту игру. Так, погнали. О, нормально. Я, соответственно, смогу состряпать кое-что. Кое-что нужное. Так как с полимером здесь не очень, сами понимаете. Хотя там с другим у меня тоже не очень. Ой, сколько всякого ж хлама-то лутается. Ужас. Чуть обсидиан не выкинул. Все еще говно с весом, да? Но придется выкинуть это. Блин, классно. Какие они все-таки клевые вообще. Вот это прям кайф. Жаль, по лунному биому не получилось так побегать. Хотел вот так же побегать, посмотреть, осмотреть карту, вот это вот что, как, где. Не получилось, извините, там у меня начало жопу поджигать. О, это что такое? Это пещера! Подожди. Ну-ка. А в смысле, блин? Где ты? Во! Я видел, что там было написано «Привет». Ну, в смысле, зеленую надпись я просто видел. Так, я там случайно элемент не захавал? А, я элемент захавал, я красава. Ну ладно, в любом случае, мне это нужно было. О, кристаллы! Е-е-е! Кристаллы, погнали! Кристаллы! Уи! Это случайно не пещера магмозавров, а? Это пещера магмозавров. Простите за мою тупость в голосе, но, во-первых, вы должны были проверить, а во-вторых, блин, это магмозавры. Мне туда. Так, грибочки, неплохо. Но с черепахой грибы у меня лутаются просто, дай боже, как быстро. Ух, прям кайф. Миссия — телепортация ресурсов на базу. Миссия прошла успешно. Так, погнали. Сейчас только все. Вот это мыло прогрузится. Какое им все мыло. Оп, красиво. Погнали. Я хочу посмотреть, что там. О, так здесь это. Я думал, только магмозавр будет. А ты чё такой злой? Не смотри на меня! Я говорю, отвернись!
Красава. Она что здесь была? Или я разогнался и оттолкнул? Блин, это неудобно. Я привык всегда бегать. А, вот ты где. Я тебя оттолкнул, походу, дело. А тут на беготню, короче, сильно это... Нельзя сетовать. О, сколько обсидиана, ты смотри. Ой, сколько обсидиана. Кайф. Вот это вообще огонь. Пошла жара. А, ёб твою за ногу, дурной, что ли? Мать твою за ногу, иди сюда. Я сейчас тебе покажу, Коськина мать. Ну, давай. Кто ко... Так, погоди, тебе что, броню, что ли, поломали? Ё-моё. Так, погоди, ну-ка иди сюда. О, ах ты нифига, а чё так сильно дамажишь? Ах ты жрабас. А чё ты такой жесткий? Я тоже могу так... Ну да, твой булыжник больше моего. Пошел ты. Пошел ты. Ублюдок, отстань от меня. Отстань от меня, гад. Я просто посмотреть! Класс! Черт убери, как же это весело! Как же это весело не заморачиваться и просто веселиться в игре! Ё-моё! Я уже и забыл, насколько эта игра весела. Когда ты не пытаешься каждую... Каждую серию быстрее. Надо срочно что-то делать, а то, блин, серия не выйдет. Наконец-то! Уи-хи! Так, погоди. Я в итоге-то здесь так и не был. Ты смотри, сколько их там. Это, наверное, красные кристаллы. Красные кристаллы мне насрать, они где-то должны быть. Яйки. А, пошли в жопу. Господи. Я уже по рефлексу, короче, очкую. Ладно, с этой пещеры мы еще потом потусуемся. Когда будем, это, магмозавров яйца тырить. Надо еще посмотреть, как лучше тырить, и вообще что делать. А, дурной, я так и думал, я так и знал. Но благо я быстрый, резкий, как пуля дерзкий. А, это пошел в жопу. У-ху! Застрял! Не застрял, кайф. Воу! Тихо! Дурной, куда летишь? А простите, а спасибо. Я просто так резко вылетел из этого, что это... Это запакалось, мать её. Ай, ужас. Ой-ой-ой-ой. Гоночки, интересно, на ком тут гоночки? Не хочу проверять, там что-то страшно как-то. Пойдемте еще вон тут. Подожди. 95-й! 95-й! Так, подожди. Давай поищем хотя бы 120 плюс. 150-й находится здесь! Вау! Это означает что? Это означает, что он будет такой же лавовый. Вот это кайф. Это кайф. Он будет вот таким. Ух, кайф-то какой. Так, погоди, а поближе? Так, нет. Сначала нужно вот так, короче. Оп, оп. Давай, вот, текаем. А! Дурак, не прыгай всякий сильно. Подожди, 150 же получается. Их так много, нифига себе, а чё их так много? Ну, я не против, пускай будет. И дистанция. Давай дистанцию мне. Дистанцию поближе. Хоп. Чё-то нифига он не ближе. Нет, не в лаву. Горячо, мать твою. Отлично. Без паники, мы справились с этим. Так, я хочу туда забраться. Погнали за анкилой, короче. Я так никогда ее не притомлю. Время минуток 5 есть. Застрял. Погнали. Не, ну это я вам должен был показать. Просто труп. Понимаешь?
криокапсула. Труп. Ну, она там пустая была. Это та, которую мне давали там в миссии, там вот это все. Она просто труп. Ой, смешна такая. И, кстати, да. Всего 2000. Они прям рядом. Этот огонь и вода прям вообще рядом. Ха, разрабы, конечно, гении. А в итоге вернулся туда, откуда начинал. Прикол. Суть, короче, в чем? Я решил другую проверить. Так, короче, куда-то там надо было обруливать это все. Другую решил проверить. Оп, оп, пожалуйста. Красота, красота. Так, вот ты, короче, извини. Увы, но ах. Блин, 60-то нет, это маловато. Говорю, маловато. Будешь мешаться. Спасибо. Отлично. Так, вы, братва, мне тоже тут начнете мешаться, я прям в этом уверен. Вот. Ты, короче, аргентавец красава, но на вас летать нельзя. А тебе погнали. Так, что там на тебя надо? 29 мажабера. А, отлично, погнали. Так, спасибо, спасибо, спасибо. Я думаю, мне транквил дротиков хватит. Так, вокруг ни души. А значит что? Анкилка спи. Ну, может, ты уснешь. Спасибо. Благодаря прекрасному моду у нас есть вот эта штука и вот эта штука. Погнали! Кущи, кущи, дорогой. Дорогая, еще простите. Так. Да, нет, вообще это плохо, но с другой стороны, ну что эффективно? Серьезно? Я даже левел-то, походу, дела не потеряю. Ну да. Ну ладно, может быть, один левел потеряю, но вряд ли. Вообще кайф. Так, Ферокс, братан, защищай. Если что, пойдет не так, я на тебя рассчитываю. Сейчас еще дикурусы найдем, короче, вообще будет так будет. Надо, короче, уже было когда-то сделать. И я уже понял, что... Вот сейчас я понял, что да, хорошо, что я до этого не томил. Ну ты смотри, какой кайф, а. Ух, прям вообще огонь. Да, я левел, походу, даже... Даже и левел не потерял. Кайф. Ну, нифига ты ягодки сахавала. Сколько веса? А, нет, еда. Мне показалось веса. Думаю, нифига себе. Летим домой. Ферокс, жди. Ой. Чё это у меня эскейп нажался? Отлично. Хе-хе-хе. Да, я ему шапочку поменял. Теперь вот такой крутый. Шапочки. В очочках шапочечки. Лайф. Так, си Диди Круз. Эддон Диди Круз. Клик хер. Есть 150-й. Самый ближайший ты, братан, да? Ну, походу, дело в том районе, куда мне Занкилка предлагали бежать за первый. Ну, ладно. Погнали. Ну и чтобы не было скучно, пока мы бежим, послушаем Хиренку. Ладно, да. Если хочешь сделать, то сделай это хотя бы красиво. 140-й левел. Блин, я тебя не хочу убивать. Еще и застрял. Не хочу. Не хочу. 140-й левел, это же клево. Тем более я получу за тебя только серу, так что чем мне эта сера? Вот куда мне ее? Она мне не нужна пока что. Добрый вечер. Так, отойди. Ну отойди, говорю, блин, что ты вот это начинаешь тут? Так, постранись. Ну я так и думал, что застрявший. Отлично. Этот люк был сигналом опасности. Последним отправленным глав.
странным искусственным интеллектом этого биома. Он исчез, удален. Не могу точно сказать, каким образом все здесь продолжает работать. Динозавры все так же слоняются, вулканы извергаются, небо сыплет огненным дождем. Все работает, но как-то подозрительно. Как в классе, когда учитель на минутку выше. Как в классе, когда учитель на минутку вышел. Ну, в целом-то мы прекрасно знаем, что когда где, это понятное дело. Но, так. 2000 из 8. 4 дротика, это вполне нормальная идея. О, даже... Вот дурной. Поспишь или не поспишь? Вот в чем вопрос, дурак, ты что, в воду-то идешь плавать? Не, по идее, да. Вода бы тебя бы спасла от токсинов. В реальной жизни, но не здесь. Кущей, кущей, кущей. Не стесняйся. Отлично, и здесь точно так же с эффективностью все будет. Огонь! Жесть, огонь! О, у меня, смотрите, что здесь есть. А чё, зря время терять? Погнали. Еее! Чё, зря время, что ли, зря теряю? Ага. Ну и все, короче. Вот такие вот делишки. Так, Ферокс. Погнали. А, ну хотя чё, иди сюда сам. Тебе пройти легче, чем мне. Нет, не изди, не хочу изди. Ферокс, иди же тебя. Че ты в натуре? Погнали! Ну хорош хвостом толкать, ну что ты за. Создание-то такое нехорошее. Отлично, домой. Вот такой вот поход в биом лавовый, вулканический у меня был. В целом скажу, что очень мне понравился лавовый биом. Единственное, он темный, он очень темный, но бегать там можно даже без динозов, то есть очень скалист, все дела, но тропинки есть и все в таком духе. Ресурсов я бы не сказал, что много, допустим, тот же самый, вот обсидиан много, а вот металл в том же болотнике я замечал намного больше и, ну, сами понимаете. А так в целом очень классно, очень красиво и, что самое главное, атмосферно. Вообще, в целом, из всех биомов, мы уже можем, по идее, подытожить, из всех биомов, да, конечно, лунный я еще так сильно не посмотрел, но гравитация, мне это очень сильно не нравится, ты ее не контролируешь, ты просто можешь, все, и улетел, короче, в никуда. То есть, там путешествовать, бегать и так далее очень тяжело. Как вариант, там нужно будет все-таки арбалет с гарпуном. С крюкошкой, точнее, чтобы если в что, ну, давай зацеплюсь и не сдохну. Что-то типа того. То есть я представляю, что я прыгнул, улетел и все, куда-нибудь за край, куда-нибудь промахнулся, чутка не зацепился и все плохо. Но самый интересный все-таки океанический, поэтому я здесь построился. Он самый красивый, он прям классный. Зимний и вулканический, они одинаковые. В том плане, что один только очень яркий, другой очень темный. Единственное, что разница, как для меня. Но в ледяном, конечно, выживать все-таки полегче, нежели в вулканическом. Ну и космический, как я уже сказал, там есть шанс просто-напросто сдохнуть. Вот. Сдохнуть просто того, что ты прыгнул по рефлексу и полетел туда, куда не нужно. Да. То есть, а полеты здесь запрещены, как, насколько я понимаю, даже на джетпаке, то есть на тег на груднике. Такая вот фигня. В следующей серии пойдем какие-нибудь миссии выполнять, наверное, в зимний биом. Я надеюсь, я думаю, вообще рассчитываю на какие-нибудь гонки. Вот прям, я хочу гонки попробовать, раз уж в рыбалке мне выдали удочку, я рассчитываю, что мне дадут и в гонках какого-нибудь диноса, чтоб я мог пробежать на них. Если нет, то мне придется томить всех. А я не хочу их томить. Ну ладно, сейчас да, легко томить, сами видели. Но все равно, не хочу тратить на это время. Искать 150-го все-таки уж раз уж искать, то искать нормальных. Есть такая возможность, почему бы не сделать. Но в любом случае это будет уже в следующей серии. Ну а я на этом уже с вами буду прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, комментировать, ну и, конечно, делиться моими видео с друзьями. Это все. Всем удачи, всем пока, всем счастливого добра, всем пока!